У меня просто в голове вот так выглядит виноград. Да, он немножечко странно. Не ставьте блин, этому ну 5, красиво. О, Капибара! Бобёр! Это кто такой? И вот вы говорите, невозможно нарисовать здесь хорошо это пиксели. Что это такое? Что такое? Ну, привет, и сегодня мы с ребятами будем рисовать виноград. Мы снова пришли в игру, где мы будем рисовать по пикселям. Так, почему у меня виноград красный, кто мне скажет? Почему у меня виноград будет квадратный? Как сделать вообще виноград правильной точно, формы? Точно, я об этом что-то даже нет. и забыла. Подождите, а это мы будем рисовать... Ну, не знаю, такое бывает. Мы будем рисовать эмодзи винограда или виноград-виноград? Есть эмодзи винограда? Ну, конечно. Я не знаю. Ой, блин. Слушай, а вообще виноград разной же формы бывает, правильно? Я ж могу вот так вот сделать как-то... И все, добавить зелененького. Это полиция, это как будто... Яша, я не виноград. Да, я не вижу там... Полиция винограда. Но... Блин, я кисточку забыла сделать поменьше, и теперь у меня... Я не понимала, что у меня не так происходит. Чего-то не так, в общем. В общем, все нормально, сейчас нормально. Так, я очень долго рисовала Гронку эту. Так. Грость? Ну да, ой, ну да, ну да. Я думала, это какой-то, ну, типа, как-то не тот рычаг, да? Это какой-то поляк, актер польский, Гронко, нет? А рычаг у кого был не тот? Кронк. Ну, вот это он. Какой? Ну, рычаг. Тенис рычаг, Кронко, Гронко. Да, ладно, конечно. Ну что, ну да. Неплохо. Блин, у меня не получается, ребята. У меня не получается рисовать ни карандашом, ни на планшете, ни пикселями, нигде. У меня не получается рисовать. Это какая-то проблема, надо с этим что-то делать. Надо с этим что-то делать. Не получается, говорит, рисовать карандашом, а до этого выкладывала там свои эти художества. Это и я такой, случайно. Подожди. Это за сколько ты так научилась? Она такая, за неделю. Я такой, ну ладно. Хорошо, думаю. Интересно. Ну да, ну такое, ну это была единоразовая акция. Вот как мне теперь сделать вот это вот, вот что это такое? Вот у меня просто в голове вот так выглядит виноград. Да, он немножечко странно выглядит. Но вот он вот такой вот у меня. Как бы он же квадратный, не, у меня в голове он не квадратный, он круглый, как бы. Ну да. Да? Ну, вот. Наверное, у вас тоже? Вдруг я одна такая. Блин, пипетка бесплатная, обалдеть. У меня какая-то ежевика получилась, если честно. Не виноград, ну ладно, пофиг, все. Ой, стойте, я не успела удалить. А все, а раньше надо было, все. Ладно. Так, я немножко испортила под конец, но в целом вроде симпатично. Я сделала веточку хотя бы. Ой, это что такое? Современное искусство. Да. Это, да. Вот я вижу листик, листик есть. Листик имеет. Это QR-код был винограда. Спасибо. Вот это годно. А, это ты? Кто-то сделал. Я не удивлена, почему? Почему не удивлена? Не знаю. Он круглый. О, а вот это тоже хорошо. Спасибо. Это я. Да. Прикольно, мне нравится. А, подожди. А, о, тоже неплохо. Правда, выглядит как какая-то... Хоррорная мордочка с тремя глазами. Да. Ой, носиком. Зачем я это увидела? Теперь не развидеть же. Она улыбается. Это морковка! Я хотела сказать баклажан. Баклажан, который растет в земле. Это батат, ребята, это батат. О, батат, реально, это хорошо. О, неплохо. А, это же я. Я тоже, кстати, подумала о своем рисунке так. Я думаю, неплохо, а потом думаю, да нет, это я. Это типа такое что-то. А это виноград, если бы он рос под землей. Типа. Это удивленный чел. Да что ж ты лица видишь? Это клубничка. Да. Или малинка. Или ежевичка. Ягодка малинки. Да, какая-то. Опять современное искусство. Да. Неплохо, неплохо. Да. Ну, неплохо. Есть что-то в этом, да, действительно, неплохо. Есть что-то в этом. Ой. Вот это, конечно, да. Это прям совсем современное искусство, но я даже не знаю, что это такое. Это виноград под микроскопом, вы не поняли. О. А, ого. Вау. Пойдем. Но почему-то вот морковка заняла место, а Ульяна где? Да, сейчас посмотрим. Я пятая. Ну как-то не знаю. Ну рядышком. Подожди, ладно, морковка на втором месте.
Да. А как это? Ну, понравилась морковка. Ребятам показалось что-то ближе. Ну, ладно. Не знаю. Ну, там тень есть, может, поэтому, типа, тень так красиво. Да, типа, тень это красиво всегда. Да. Надо фон использовать, ребят. Я считаю, что без фона... Кстати, я каждый раз забываю. Недостаточно такими дополненными. И вообще там вроде есть какие-то слои. А еще бесплатный спин. А ну-ка. Ой, я уже покрутила, мне дали 200 монеток. А что дали, я не заметила. Ой, только 100 монеток. Эмоции. 12 цветов. Хотя... А ты хочешь 12 цветов? Я бы с тобой. Зачем мне это нужно, если я все равно использую парочку максимум? Ну, так мы можем использовать олень. Вообще палитру. О, олень. Ничего себе. Прикольно. Так, я не умею рисовать олень. Я тоже, в принципе, не умею. Но мне очень нравится рисовать, ну, знаете, веточки всякие, там вот это вот. Ты вот, ну, например, рога оленя тоже похожи на веточку. Ну, то есть ты что-то вот рисуешь от веточки веточку, от другой веточки другую веточку. В общем, ну, забавно получается. Конечно, занятно. Да. Вот, поэтому... все, пока. Чего? Ты что, ты пробовал когда-нибудь рисовать веточки деревьев? Это же превосходно. Пробовал. Да. Ну и как? Чудесно, очень понравилось. Ну вот. Давайте сделаем челку моему оленю. Оленю? Давайте. Ну да. Давайте, конечно. Он будет у меня такой вот стильный молодой чемодан. Это еще какие-то мини-рожки получились. Ну ладно, давайте что-нибудь сделаем, потом посмотрим. А как вы думаете, он у меня будет... какой олень? Какой? Он красивый. Будет у меня... Ну, я надеюсь. Серьезный, такой немножко недовольный? Или вот такой вот? А ты его ты рисуешь... можешь еще и эмоции задавать, подожди, что? А Ульяна, мне кажется, тоже решила вблизи его рисовать. Да, конечно. Ну, я просто отталкиваюсь немножко от эмодзи все же таки. Поэтому я их рисую вот такими вот. Морда! Я удалила зачем-то немножко. Я попутала, просто испугалась. Что? Такое бывает. Ой, а неплохо, ребят, даже ровно получилось немножко. Подождите, а у них там что? У них же там нос. А как я нос здесь помещу? Ой, а как? Господи боже. Что такое? Да я тут... Я не знаю. Помните, короче, вот эту фигню, которая... Ну, вы обе любительницы Гарри Поттера. Помните эту фигню, которую достаешь из земли, она орёт? Я клянусь, я её нарисовал. Мандрагора, что ли? Олень? Да, я её нарисовал. Я серьезно вам говорю, правда. Ну, неплохо. Неплохо. Да чё ж неплохо, Ульян? Я мандрагору бахнула. Не должен был, как бы. Да ладно, ну слушай, ну ты так видишь. О, фон! Можно фон сделать. Так. А надо было фон, наверное, сначала делать. Сначала фон, сначала. А его что, нельзя? По-моему, нет. Это удалить все слои и заполнить холл с желаемым цветом. Ну нет, нет. Я, кстати, вообще не знаю, как слои сделать, поэтому я, пожалуй, оставлю вот так, вот как я уже нарисовала. Зачем я. Нажимаю на то, что не нужно нажимать. Ой, ребят, а уже все. Ага. Ну ладно, я не смог бы ничего поменять на самом деле. Я хотела вручную сделать фон, но мне не очень получилось. Ой, какая прелесть, вы посмотрите. Язычок высунул. Ага, вообще. Смешной. А вот смотрите, один глаз прикрыть, другой открыть. Немножко на Копатыча похож. Это чей вообще? Олень. Я пыталась сделать фон. А, у меня не получилось. А это морковка снова. Опять любитель морковок. А, это ёж, это твой? А, да. Не ставьте этому 5, ну красиво. Капибара! Бобёр! Это бобёр! Это капибар, во-первых. Смотрите. Ну, похоже же. О, неплохо. Ничего себе. Неплохо. Блин, а кантовку можно было сделать. Да. Точно. Но она иногда мешает. Вот здесь она довольно такая толстая, поэтому... На Бенни похож. Да, я тоже почему-то... Мне кажется, я сразу могу увидеть, что это рисунок Ланы. О, опять современное искусство. Это похоже на карту. Да, оленей. Обитание. Карта оленей. Где располагаются олени? Они, мне кажется, вместе там составляли, да? Только у этого тут... Много видов оленей.
Да, я даже серединку поставила. Ну, я, наверное, просто плохо понимаю современное искусство. О! Ну, это заслуженно, это заслуженно. Это абсолютно заслуженно. Нет, правда, правда, правда. Мне там у кого-то больше понравилось, чем мой рисунок. У меня вообще какой-то бородатый из-за того, что я фон решила там нарисовать, получился. Он у тебя жвачку будто бы надувает. О. Слушайте, ребят, а тут фон можно купить. Где? Вот кирпичи. А это там куда-то нужно нажать. А слева снизу там карандашик. Ага. Трава. Слушайте, а у меня денег там много, я могу купить даже... А, подожди, Ульян, так она... оно разве будет на самом деле так? Ну, типа... ты просто будешь рисовать, это и там для тебя, будет фон у тебя. А когда показывать, будет вообще все равно. Ну да. Ну просто так, чтобы было красиво. Опа. Микки Маус? Ну нет! Это почему сложно. Так сложно? Где виноград? Где стол? Не знаю, дьявол какой-нибудь. Почему Микки Маус? Так, как он там выглядел? Он серый или черненький? Вот, не, он, я почему-то красный хотела взять. Ну, он же там красно-черный. Черно-красный. Ну ладно. Он, кажется, черненький там, если не ошибаюсь. Я начала с ушей, не знаю, как вы. Да, тоже, конечно. Так, но они у меня не будут круглыми. Потому что мы рисуем по пикселям. Похожими. Ну нет, но все равно получается же делать что-то подобие... О, господи. Блин, а вот это сложно почему-то. Так, мне кажется, я буду дольше рисовать ему уши. Давайте, наверное, просто как-нибудь сделаем, потом еще что удалим, правильно? Ой, мне уже не нравится, ничего не нравится. Слушайте, он же мышь, правильно? И что? Ну, будет что-то просто круглая такая морда. О боже, ребят, я все сломала, я все нарисовала. Олень, я пыталась сделать не круглую. У тебя еще 1.5 минуты, я думаю, ты должна успеть. Нет, я не успею. Решить свою проблему. Нет, я нарисовала, я сделала фон полностью всего снова. Нет. Почему время так быстро летит? Так, надо сделать ему еще... Стойте, улыбку. О боже, это ужасно. Господи, ребята, это какой-то кошмар. У меня получился, блин, в общем, какой-то монстр. Мы играли еще в игру. Да. И вот он у меня получился. Либо это Балди, либо это кто-то из Бомбана. Бомбана. Бомбан. В общем, да, необычно, конечно, у меня. Каждый рисунок это что-то новенькое. Так. Это у меня сизая мышь какая-то. Дело просто сделать красиво, но красиво не выйдет. О нет, квадратное! Квадратное ухо! О боже! Квадратное получилось! Какая прелесть! Смотрите, даже штанишки! Штанишки хорошие. Мне нравится. Да, я тоже лайкнул. Звездная. О, тоже неплохо. Похоже, знаете, на Дашу-путешественницу. Немножко есть такое. Уши замечательные. Все, чтобы вы не были предвзятыми, это мой рисунок просто. А я поняла сразу. Понятно. А это... Почему-то, я не знаю. А это чей? А это на панду похоже. Ага. Это не мой. О! В профиль Микки Маус. Почти успел. А, или... Да, точно. А, подожди, а уши тогда как? Нет, это носик у него просто. Он задрал. Слушает ушами. Нет, не ладно. Это не твой? Это мой! Ладно, по-моему, пропала. Я плакала, я плакала. А, я понял. Я просто Дискорд у нас полностью все обрезал. Да, я немножко испугалась. А у него тут тоже вместо носика клубника. Вот. Так, а вот этот поел джема, я правильно понял? Да? Это поел уточка. Джема. Уточка. Джема мой. Поел, нормально. Ну да, ну что, ну... Банка просто с вареньем оказалась рядышком. Ульяне он понравился. Да. Все. Эти кривые уши, видимо, кого-то зацепили. О, я следующий. Ага. Ну все, я считаю, что все очень правильно сейчас оценили. Можем вообще не говорить, где чьи рисунки до конца, и просто оценивать, потому что это прикольно. Ага, прикольно. Ну да, ну можно, конечно. Слушайте, а мы пробовали монохромный, да? Не знаю, нет, но это черно-белый прям совсем. А какой выбрали? Ладно, не знаю. Большой. Монстр. Да ну, а как? А какой монстр? Надо же как-то объяснить. А что это у меня линия какая-то тут образовалась? Ладно. Я случайно, наверное, сделала. А как монстр? А можно я дьявола нарисую? Есть такой эмодзи дьявол. Я его почему-то очень
люблю. Ну, симпатизирую, так сказать, ему. Так, оп, рожки. Опять же, мне очень нравятся рожки, поэтому я, наверное, его и нарисую. А почему нельзя вернуть обратно? Ну, что происходит? Давайте, наверное, сразу нарисуем кружочек. Да, блин, нет. Да ну, блин! Ой, что-то мне не выходит. У меня тоже что-то не идет пока. А вы можете вернуть назад на шаг? Ну, да. Да. У меня не получается, у меня не работает. Слушайте, а вы знаете, я что поняла? Мне кажется, можно нарисовать все, что угодно. И в моем представлении это будет монстром. В любом случае. Потому что вы помните моего Микки Мауса? Это ухо, которое держится на одной ниточке, там левое. Конечно, необычно очень. Ладно, да, давайте рисовать уже, что получится. Вот это что? Я хотела сделать клык. Ребят, это разве клык? Это же, ну это что такое? Блин, ну это пиксельно сложно как-то здесь что-то дорисовать. Да ну, у кого-то же получается очень даже хорошо, а у меня нет. Я недовольна. Во, я нарисовала рот, отлично. Сейчас там сделаю клык. Почему красный, я не знаю. Потому что это вампир, да? Да. Возможно. У меня не работает эта штука. Может, я что-то не туда нажала куда-то и что-то сломала. Красный зуб. Что это такое? Что это такое? Ребята, это какой-то кошмар. 10 секунд. Все, нафиг, хватит. О, нет. И у меня ничего не выходит. Я не знаю, что я нарисовала, но... В общем, да. Ну, это точно монстрик какой-то у меня получился, ладно. Ребят, я не тот фон... А, или тот фон. Ну, ладно. Ничего себе, это тебе и монстр из дверей. Это и огурец вместо рта. Майк Вазовский. Какой хороший. Да, и зубастый. Какая прелесть. Мне нравится. Вообще красота. Вот как красиво. Хорошенькие. Это что такое? Чисто два друга. Ладно, мне нравится, это прям круто. Это вообще так мило. А это злится, кажется. По-моему, из Бравл Старса кто-то. Может быть, а там были монстры? Блин, я даже не знаю. Нет, там просто как будто цветовая гамма. Я не знаю, просто пришло в голову. Это кто такой? И вот вы говорите, невозможно нарисовать здесь хорошо это пиксели. Что это такое? Кто за гений? Обалдеть. Это как? Блин, ну после прошлого не хочется теперь никому ставить вот эту самую высокую оценку. Это так грустно. А, блин, ну это да. Опа. Это какой-то Хрюкич потусторонний. По-моему, неплохо. Годнота. Я бы в Пиги такого добавил, если честно. О, кстати, какая красота. Блин, почему так круто у всех? А что за художники пришли на сервер, объясните? Да, причем внезапно. Серьезно? Йоши? Ну, неплохо. Прикольно. Ну, очень даже первое место, да, вполне. Не, ну вот этот чел, это прям вообще лютик. Чисто лютик. Это что такое вообще? Да. Слушайте, ну мне кажется, я понемногу начинаю влюбляться в эту игру. Смотрите, вообще, какие классные рисунки. Ну, на таком, я думаю, можно и заканчивать. Лучше уже не будет. Да. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. Пока. Пока.